Я приду не с первого, а со второго, чтобы сразу замедлять. Проблемс. Блин, я так падал. Спам контролить. Я уже чувствую. Так ты сейчас автоатакуешь. Танчики одни. Не, танчики тоже контролю. Так. Ой, посередине. Что собрать? Натянул танго по-братски. Тут я закупился как надо. Короче, я пошел. Танго, да, дайте мне тоже. Танго, плиз. Снифа нет танго. Блин, опять ФНГ в стресс. Танго? И мне танго бы неплохо подошло. Даня, убирай вот эту, убирай эту пушку от меня, ты просто в сотвешу. Давай танго, или он тебя застрелит? Давай танго, или пристрелю, ёп. Это ж проблемы. Ну хотя бы одно. Хе-хе-хе. Бля, вот тут нищий, ей-богу. О, мне танго, еще одно. О, и дроп фром стэш, бери, там я выбросил. Еще одно. С дороги. С дороги, с земли. С дороги. У меня замечательный билд. ФНГ, ты на саппорте? Yes! Я на саппорте, Лань, уже бегу. Ты что хочешь купить? Кольцо Ориена сразу или... Это голый Мидас называется. Он типа либо ты собираешь его на этой, на какой-то четвертой минуте, либо на 15-й. Так, вообще, 30 секунд, ребят. Ого, а чё это вартвы сюда влепили? Я хочу себе поставить сейчас. Титао Кангстан Чот. Это, короче, на самом деле я-то на русской и написала чё-то на своём, а то Стан Чот. Смотри, Даня, тебя ж спотма будет, скорее всего, стрелы шлёпать. Почему он такой красивый? Дэнди, короче, такого никто не ожидал еще. Это первый раз вязается в мире доти. Я вижу, уже с топором пришел. Ты зря показываешь, это одна из крутых стратегий. Хотя что вы хотите сделать с стратегией? Ничего, потому что я плохо побочил. Да в смысле, ну просто стреляйся с ним. Сейчас, сейчас, я беру хедшоты. Он не ожидает, вы... Опа! Там уже Миран. Так пофиг. Все, пошел стреляться. Раз. Два. Три. И тут! Четыре. Выходит! Пять! Шесть! Семь! Восемь! И... Вот! И бежим! Слышь, ну ты её нафиг, конечно. У меня мисс, ребят, у меня никого в карте нет. Лечу. У него даже, видимо, забинжено, типа, что идёт в мид, стартата, что-то ещё. И партия где-то где-то. Ребят, да, ФНГ, что за хуйня? Что ты хочешь? Еще Мидас не нафармил ничего. Я? А такой хуйни, я ожидал. Опа. О-хо-хо-хо, ну слышь, не гони. Дай танго. Нет. Блин, ну дай танго. Так а что ты задумал? Ману сосать стоять у них. Я понял. Тебя не волнует, что тут я так спы завишу. Не, я уже иду, я третий. Чё за уеб... Не-не, кто забрал реген? Роуминг. Я так на него надеялся. Здесь, конечно, вариант, что потма, но... ФНГ, давай обратно. Да не. В смысле, да не. О, тут эру ко мне. А ну-ка. Обат. ФНГ, давай сюда. Ты же ванна сейчас, наверное. Вот так рукой его. Рукой, окей. О, точно, точно делает. Это сапогом или нет? Да. ФНГ, я фармить не могу, давай. Мне нужна твоя помощь. Ваня, что ты ноешь? Я не понимаю, что ты хочешь? Где мой саппорт? Твой саппорт. Что такое, все плохо? О, Ваня. Где мой саппорт? Ай, стрелу сою! Так, скупился. Так, стрела у тебя, всё. Стрелу словил, закупился. Я курлю. Погиб. А может там мне купить телепорт? Команда нытиков просто. Вообще, вообще? Особенно ты от малой. Ну кто-нибудь. TP, please. Вот этот малой самый нытик. Так какого хрена меня вообще убивают, я не могу понять. Я ж король. Ты ж снайпер. Вот именно. Вань, пронеси свиток на Мидас. Где Мидас?
блядь. Короче, я просто всеми силами буду. Ваня, я могу свиток принести, хочешь? Стрелы дурацкие. Вот, покидаешься, не знаю. Я выкинул. Он на тебя посмотрит, видишь? О, кстати, ты шаришь, да, разобрал ветки. Да не то слово шарю, но я погиб, а? Я тоже так закупался. Так закупается только профессионалы. Вам в один ванс в эту вот вилу. Так, а второй? А второй? Второй потом поменяется на мумили дагер. А с 1-2 что делать? Ребята, я вам хочу напомнить, что у них химки в команде фармит вот тут. Вот чисто так. А, точно. Это, конечно, неприятно. Где мой саппорт? Мой саппорт. Я лечу, я тебе сейчас медас принесу и пойду дальше. Не зумира на просто. Держи. Сейчас. На. Ты сам себе саппорт. Все, пока. Сам себе репортер. О, слышь, 50-ка. Ой-ой-ой, что-то тут гуляет. Вязкил в силу сейчас будет кидать, по идее. Ну, подходи, вайперок. Пятого лава, хрена себе, нафизили. И не хедшотит. Да, не раюзай. Раня? Вообще, да. Так что раюзай, это не моя базила. А? Ты тупой кусок! Я хз еще не пропёр. Ну что-то не пропёр. Мне что ли опять нужна ТП-шка или что? Что дурная, я с транквилами. Ракета какая-то дурацкая на мид прилетела. По сетку, ну а, ну-ка, ну-ка. Дают поиграть. О, спаси меня! Нормально. Так, снайпер, один, три, понимаешь? Да. Я же говорю, что снайпер лишний. Говорю же. По стратегии. ФНГ, снизу фрикил. Он тебя же туда заманивает под разными предлогами. Ой-ой-ой. Ты давай ее, давай ее. Ну давай. Все, короче, врываемся в леса. А тут тинкер должен быть где-то. Плевать нам, правильно? Врубаем огров. О. О, давай его. На плюху. А, еще одна. И это все тоже. А помню. Это не ходишь? Смотришь, хочу, хочу. О-о-о! А Мортрет, может, пошла. Бегу, бегу. Вот это кэш. Только готовься убивать их. Эй, какой, как? Ты что творишь? Да, не видно, не видно. У вас Мортрет, может быть, или она прячется. Да, ну, где баши? Короче. Давай вайпер, вайпер. Да не, ну... Да нормально. Чё, ты не веришь в себя? Смотри. У меня рейндж большой, я верю в себя. Раз, хедшот. Два. Три. И ракета опять летит в меня. О, с я что-то не хочу базарить. Плохо с ультой. Сосалку ему сделать. Yes. Оп, увернулся. Чуть не обкакался, правда, но вернулся. У меня почти 6, я уже готов ему просто палец садить.
Сади, я ульт. Ну, мне нету шестого, да нет. И тут... Стан. Контратака. Вот это жестко. Такого он не ожидал. И тут чен просто выбегает. Давай, и ченом тоже. Так все, идем до конца, короче. Не отступать, ФНГ. Давай, давай, давай. Я не отступал до него, он не отступает. Ну давай, возвращайся. Отключи, чтобы он тебе... Отключи помощь от него, чтобы он тебе не возвращал. Возвращайся и гоу. Врываться. Там тинкеры какие-то. Я вот тинкер обычно. О, летит вайпер, смотри. Вообще мы можем, короче, в хекс два ульта посадить. Ребят, что делать, если меня клок убил? Заливать из игры. Где саппорт? Помоги, ФНГ. Шо? Я не понимаю, что вы хотите от меня? Саппорта нет, помоги. Ваша помощь. А, из стрела нет! Помочь? Помочь? Да. Хиксани, хиксани его. Я к вам лечу. Не динай его, я как бы пытался его забирать. Да, я понял, я понял. За что? За что? Не меня толкнул. Верно. Хочу руну. Я слышу, я все видел, Ваня. Есть пати на топ? Она там только Эрин добивала себе. В общем, она победному там. Я могу прыгнуть в тинкера. Да давай убивать кого-нибудь. Давай тинкера, давай. Все, все, не трогай его, не трогай. А, деньги не трогай. Я ульту выкинул, это чтобы деньги дал. Она мне надоела, короче, я тоже в К. Так, можем где-то 11 левел, я гоню там быстрее, слушайте. Мне будет интересно. Что у нас за пауза? У нее мало, кстати. Она реально не опасная. Тинкер у меня в ноле. То есть он тоже не опасный. А вайпера, кстати, механизм. Скоро будет. Хватает рецепта только. Деньги, почему на 9 минуте у тебя 37 крипов? Потому что... Ну, сдох 4 раза, нет? Да. Это типа решает немножко. Ну, вообще я их так себе добивал. Я бы фокусировался на то, чтобы лицо вайпер убить. И в итоге... Кто-то хекс халдит. В смысле, я там тебя профессионально должен был задинаить? Да, 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 да. Ты не можешь динаить под вайпера? Могу, чё не. Нет, чего. Можно динайть только под шотом страйком, либо даггером виномансера. То есть не ультой, не пассивкой, именно даггером. А вайпер чем отличается? Вообще ничем. Ну, то есть, ну, может, типа, механика едови ничем, но ты не можешь динайть ни под ультой, ни под плюшкой, ни под пассивкой. Не, под плюшкой, пассивкой, понятно, а ульт чё, я уже... Тоже не можешь. Ты мог динайть в первой доте, потому что это был шотом страйк. Как что за хуйня? Не смей! Так, хватит, это мне на шарик. Какой шарик? Ой, убеги шарик отсюда! Стой, стой, стой. Короче, план победы такой, ты заходишь в вражеский лес, вырубаешь им деревья все. Да го убивать, я вас умоляю. Ребят, с гоу снизу убьем вайпера. Не, в миде трон, ты чё, какой? Гоу трон. Базилка есть же. А мы убьем с тобой без моей ульты? Да трон гоу. Только чтобы я не умер. Ты сам вроде справляешься. Ну, а, твою уже нет. И тут. Нет, не пойду. Ну, ладно, я пошел тут. Здесь но... трое, ребят, я стянул. Я не знаю, что вы делаете. Ну, не бьем. Кто он скоро бежал? А что, он похилить не мог? Хорошо.
Я отомстил за тебя. Ты... А что там? Колокок к вам летит. О, хотел этого? О, да. Ой, не того выстрел. Нет, так мы его не убьем, так. Кого-нибудь не поставил? Коу, потму и кого там? Тинкера, всех гол. Это Тинкера. Пошли. А на коты левел. Мне говорят, Тинкера пошли, которые коты левел. Гоу-гоу-гоу-гоу, вайпера, вайпера сзади тоже. Фоба, давай. Сосу. Фоба. Какого? Все хорошо, правильно все делаешь. И этого тоже. Этого я застилю, поцайте. Не-не, давай я, давай я. Да, давай. По-братски. А, вот другое дело. Развел ФНГ. Как с тобой играть, конечно? Ха-ха, развел. А, так что он будет забирать по себе. Все, это фаст рапира. Ой. Ладно, беру Яшу и Гоу реально трон ломать. Какой трон? Давай поиграем еще. Хватит уже. Иди банк на морку. Мини поможет мне кто? Нет. Это ветка. А, морка еще до сих пор вылетел? Лечу, лечу на мид. Гоу-гоу-гоу. Фоба, ну покажи, как ты контролить умеешь. Кайте морту. Так, так. Ой, я. Ой, что-то у него хп сразу много стало так. Че это было? Покайтить могу. Да ты слабак какой-то. Смотри, показываю. Это Тинкер. Он любит фармить крипов. А этот снайпер. Он любит убивать Тинкеров. И крипов его убей. И крипов его убей. Это обязательно. Это обязательно. И вот этих тоже. И качни хотя бы первую, Вадим. Качни первую, Вадим. Шпиливили пытается со... Шпиливили! Прекратите! Ой, хорош! И бросил тебя. Стой, стой, стой! Так, от ракеты уворачиваемся, уворачиваемся. Григорян Петрович! В смысле бросил? Я его... Не знаю. Как получилось? Смотри, он пришел фармить, а тут его крипов нету. Я сейчас пойду еще этих заберу. Ой-ой-ой! Фобий! Что творит этот Фобий? Браво. Жи, крипал. А, нет. Что ты делаешь? Я смотрю только что, как он летал. Жесть. ФНГ, я лечу спасать. Я лечу спасать. А я тут при чём? Я понимаю, что ты лечу. Все, я лечу. Меня не уйдешь. Дэнди, я делаю аганим. Здесь вайпер. Ты делаешь аганим, а я ничего не делаю. Ха-ха. Так, вниз идет ПАшечка. Ясно. Вверху Тинкера можно зашлепать. Помогите! Стреляю! Характер! Что за зад? Что, проблемы, ёпта? А слышь, он с мекой понял, а ее зад не хочет. Что, с них твой друг? Я пишу на это. А с таким дерьмом не взять. Стэш. Гоу-гоу-гоу. Два раза уже одинаково умирает. Сулуриган себя коцает до красна, я прихожу, даю ему клад, тычку. Что я там читаю? Ты гоу, вайпер! Стреляю, стреляю. Ты рефайн. Живите вышку, нужны деньги. Смотри, она что-то задумала. Вис подмин. Насыпаем. Вон она, вон она. Ой, за яйца ее хватай. Танкую.
Что это плохой позиция, по идее? Такое. Прицесть их убивать. О, тихо-тихо. Вы издеваетесь. С удара, что ли? Я уже пропустил эту красоту. Не, слушай, в 5 стак играть более-менее, на самом деле. Вот что я понял. Когда нету кое-кого в команде. Не буду говорить кого. Сразу изи каточка. Сашки, что ли? Зачем ты вкус это сказал? Я вообще про Глеба, про Глеба. А не, Глебан жесткий. Надо. Да ладно. Вообще я про Фобоса. Его тоже Сашка зовут, так что ты прав. Когда знаки там указ? Короче, план такой, Дэнни. Ты ультуешь, я скидываю. Давай, ультую. Не, ну что ты делаешь? Рано. Окей. Как мы его убьем? За кого-то ж полегче. Хотя, в принципе, если... Вот, нажми ульт. Нажал. А, ну он не хочет в текст попадаться. Пойдется. И тут... Опа! Опа! Пока. Тинкер провала, ребята. Как ты такой жесткий? И зачем тебе еще один пунь-бустер? Ты хочешь двойной аганим? Да. Больше дамажа будет, да? Помогите. Я, кстати, читал, что если три аганима собираешь, то ульт бьет на 1800. И с пуша там где-то 600 ауе вместо 200. Так, да, осталось тебе только хелп выключить. А, или не надо? Не, хелп не надо выключать, так работает. Я его просто иллюзию оставлю и потом прилечу на нее, если будет возвращать. На самом деле, самый жесткий ульт — это у Рубика, когда три аганима собираешь. Он типа за 4500 ренжи ворует. Это очень жестко. На три экрана просто. Это вам не шутки. Угу. Это не шутки, мишутки. Ну, пиры есть, пошли. Форстав есть, ребят? О, Тинкер, лети. Go, Даня, ты go, go, go. Я иду, иду. Да, иду. Давайте еще. Кто там есть? Кого? Найдем кого? В лесу, пошли в лес. Да как мы там его найдем? Идем, мы не зря шмотки. Дремучий лес тут. Мы собрали шмотки, чтобы их убить. Пошли. Не, мы с Ваней рыбалку. Так там нету никого. Нет, Ваня! Ты что, крыса? Я тебя такого не ожидал. Ну не надо, Вань, пожалей. Гол, что ты? Ой, ёпта, бежим отсюда. Прикройте, парни. Я просто сложный форс на 6 тысяч поднять. Мне страшно. Мне страшно, пожалуйста. Ребята, нужно еще 2000, где собрать? Где саппорта, блин? Пойдем рубить их вот тут, они стопудово тут прячутся просто. Да хор убить их. О, Вальтер. Yes. О, клок. Это Тинкер, Тинкер разряжаю. Подсвети, подсвети! Ой, булочка. Идем постреляю в этого еще. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Как я тебя? Нет, нет, нет! Бежим, парни, отступаем. Так, так, так. Пошли еще раз, ой, птичка, птичка. Где птичка? Птичка за яичко. Пошли постреляем. Нет! А так надо выманивать. Допустим, так. Да перестань, мне уже страшно, реально. Гол стрелять. Зачем? Это была приманка для них. Опа, удар. Как же ты заебал, да перестань! Мне страшно. Короче, тут давайте, добиваем его. Оба.
Надо хотя бы плюс 10 должно быть. Вот это и каточка. ГГ. Спасибо за игру. Парни. Я вообще ничего не сделал в этой игре. Плюс 5! Вампир вообще 4100, убил тебя 4 раза в миде. Тихо будь. Закрывай это, чтобы не видеть. Как делать так, чтобы получать больше, чем плюс 5? Ну, соперники должны быть. Ну, либо ты берешь за себя каких-то слабаков, каких-то девочек, стрика, желательно двух.